Каждый год журнал Forbes публикует список самых богатых людей Казахстана. Время от времени в нем появляются новые лица и исчезают уже знакомые. Многие из казахстанского списка Forbes являются так называемыми продуктами Назарбаева. Кто они, продукты Назарбаева? Это люди из ближайшего окружения Назарбаева и его семьи. Их объединяет один важный признак – коррупция. Они воруют народные деньги. Они – продукты коррумпированной преступной системы Назарбаева. Они – продукты Назарбаева. Но не все продукты Назарбаева попадают в этот публичный список. У нас в Казахстане существует еще много подпольных миллиардеров и миллионеров, неизвестных широкой публике. Сегодня мы начинаем наш цикл расследования о коррупции в Казахстане. Мы будем исследовать жизнь известных и неизвестных продуктов. Мы должны знать героев в лицо, и мы расскажем некоторые детали из их тяжелой, измученной вечеринками и путешествиями жизни. Ведь вам интересно узнать, на что уходят деньги из бюджета Казахстана. Но я думаю, вам гораздо интереснее узнать, как эти продукты воруют у нашей страны. Но вначале я хотел бы сделать небольшое пояснение. Все документы, на которых базируется наше расследование, мы будем выкладывать в открытый доступ, чтобы любой гражданин Казахстана мог убедиться в правдивости наших слов. Все документы являются подлинными, что подтверждено представителями правительства Казахстана в американском суде. Я хотел бы предупредить, люди, о которых будет идти речь в наших расследованиях, пытаются замести следы своих преступлений против народа Казахстана. Они меняют корпоративные структуры, реорганизуют и ликвидируют компании, меняют собственников, уничтожают архивы, удаляют информацию даже из открытого доступа в интернете. Но это им не поможет. Все тайное все равно станет явным, и о их преступлениях узнает народ Казахстана. Сегодня я хочу рассказать об одном неизвестном, секретном мультимиллионере Диасе Сулейменове, который многие годы работал исключительно в государственных компаниях. А сейчас он обслуживает семью и бизнес Тимура и Динары Кулебаевых. Работая на государство, Диас умудрился стать мультимиллионером, купить дома и квартиры в Швейцарии, Эмиратах, Испании, приобрести яхты и даже собственный самолет. Мы выбрали Диаса как героя нашей первой серии цикла антикоррупционных расследований не случайно. Сулейменов не член семьи Назарбаева и даже не дальний родственник. Он просто один из членов окружения Тимура Кулебаева, зятя президента Назарбаева. Не исключение, он один из многих продуктов коррумпированной назарбаевской системы. И его, скажем так, профессиональный путь и образ жизни наглядно демонстрируют масштабы воровства у нашей страны, семейства Назарбаева и его окружения. Ну, давайте начнем наш рассказ. Я Сулейменов. Кто же он? 72-го года рождения. В настоящее время председатель наблюдательного совета группы компаний Comcor Management. Что за группа компаний, я расскажу позже. Многие годы я сработал на благо Казахстана. Как бы. В госкомпаниях. Преимущественно в структурах Казмунайгаза. В 96-м году, после завершения учебы в институте, в нежном возрасте 24 лет, сразу стал главным экономистом Департамента иностранных операций Национального банка Республики Казахстан. Нацбанк – это центральный банк страны. Он отвечает за кредитно-денежную политику государства. И главным экономистом, отвечающим за иностранные операции всей страны, становится 24-летний юноша. Интересно, да? После окончания института, не имея опыта, он сразу стал главным экономистом Национального банка страны. Причем в 24 года. Почему об этом не писали все газеты? Почему страна не увидела его по всем телеканалам? Какими такими талантами обладал Диас, чтобы так рано занять такую должность? В чем секрет его успеха? Чтобы понять секрет Диаса, нужно вернуться в прошлое, на много лет назад, до рождения Диаса. Дело в том, что отец Диаса, Тулетай Сулейменов, старинный соратник Назарбаева. Начинал папа Диаса свой трудовой путь вместе с лидером нации в Караганде. Шел просто по его следам. И тащил Назарбаев своего друга юности Тулетая все годы, пока сам шел по партийной лестнице. Когда Назарбаев пришел к власти, он сделал своего старого друга Тулетая первым министром иностранных дел независимого Казахстана. А потом послом Казахстана в США и различных европейских странах. Ну, я думаю, теперь у наших сограждан пропал вопрос о том, как юноша 24 лет после института
стал главным экономистом Департамента иностранных операций Национального банка. Эстафету семейного покровительства от семьи Назарбаева перехватил Тимур Кулибаев. Яс Сулейменов начал работать под его крылом. Он нашел себе своего собственного хозяина и покровителя, зятя президента Тимура Кулибаева. А дальше все как у папы. Проработав год главным экономистом в Национальном банке, Яс получил должность исполнителя директора в компании «Кастрансойл». «Кастрансойл» – это государственная компания, которая занимается транспортировкой казахстанской нефти, экспортом и импортом нефти и нефтепродуктов. То есть вначале Диас работает главным экономистом Национального банка страны, а через год становится исполнительным директором компании, которая владеет всеми нефтяными трубами страны. Руководителем ее тогда был Нурлан Капаров, а его заместителем по экономике и финансам Тимур Кулибаев. Кстати, позднее в 2016 году на должность директора «Кастрансойл» был назначен Димаш Дасанов, третий муж Алии Назарбаевой. Вы понимаете, какая это высокая должность, которую Диас занял через год после окончания учебы? Через пару лет Кулибаев стал генеральным директором национальной компании «Транспорт и нефть Казахстана». А Диаса поставил руководить ее дочерней компанией «Мунай Импекс». В 2002 году Кулибаев становится первым вице-президентом национальной компании «Казмунайгаз». А Диаса, как своего человека, делает директором департамента. И непростого. Контрольно-аналитического департамента в крупных нефтегазовых проектах. А, да, пока не забыл. В то же самое время, когда в «Казмунайгазе» плодотворно трудились Тимур Кулибаев и Диас Сулейменов, управляющим директором там же работал Данияр Абулгазин. Так получилось, что Абулгазин женат на родной сестре Диаса, Айдане Сулейменовой. В нефтегазовом секторе многие знают эту одиозную фигуру. Данияр Абулгазин – выпускник высшей школы КГБ имени Дзержинского. С 2000 года Абулгазин работал в государственном сегменте нефтегазового сектора. Был вице-президентом в компании «Казах Ойл». Потом, как я уже рассказывал, управляющим директором в «Казмунайгазе». Он также параллельно с Тимуром Кулибаевым работал в государственном фонде «Самрук Казына», который управляет всеми активами, принадлежащими государству. Там Абулгазин занимался вопросами управления нефтегазами и горно-промышленными государственными активами. Что такое «Самрук Казына»? Это госхолдинг, который владеет всей государственной собственностью. Это все железные дороги страны, все электростанции, все высоковольтные линии, урановая промышленность, весь нефтегазовый сектор, все три нефтеперерабатывающие завода страны, вся авиация, Казмортрансфлот, Казахтелеком, горнодобывающие предприятия, машиностроительный холдинг, казахстанский почтовый оператор, недвижимость по всей стране и многое-многое другое. Все достояние республики. Кстати, управлял Абулгазин государственными активами очень-очень успешно для себя. С 2014 года Данияр Абулгазин входит в число 50 самых богатых людей Казахстана по версии Forbes. Опираясь на семейный дуэт Абулгазина-Сулейменова, Тимур Кулибаев долгие годы контролирует экспорт нефти, газа и нефтепродуктов. Именно Тимур Кулибаев, или как почтительно его называют Сулейменов и Абулгазин, акционер, организовал переход Диаса на новую ключевую должность генеральным директором государственной компании «Торговый дом Казмунайгаз». Компании, которая занималась продажей всей государственной нефти и нефтепродуктов на территории Республики Казахстан и за рубежом. Именно там Кулибаеву нужен был свой человек, который направил экспортный нефтяной поток исключительно через компании-посредники, принадлежащие Кулибаеву. Торговый дом «Казмунайгаз» – это дочерняя организация «Казмунайгаза». В активы компании – Атырауский нефтеперерабатывающий завод, Павлодарский НПЗ, Шымкентский НПЗ и многие другие стратегические компании нефтяного сектора. Торговый дом КМГ по низким ценам забирал
нефть у производителей группы компании «Казмунайгаз», а затем эта нефть и нефтепродукты перепродавались через подставные компании Кулебаева по рыночным ценам. Вся прибыль перекатилась из государственной компании в частные карманы Кулебаева и его команды. В 2006 году Диал стал директором холдинга торгового дома КМГ в Голландии, 100% дочерней организации АО «Торгового дом Казмунайгаз». Это государственная компания, созданная в Голландии, чтобы владеть так называемой зарубежной торговой сетью, через которую осуществлялась продажа казахстанской нефти. Ее также использовали для сделок по приобретению активов за рубежом. Проще говоря, это компания для вывода денег из Казахстана и государственной системы Казмунайгаза. Именно с помощью этой компании Тимур Кулебаев провернул одну из своих самых наглых афер – покупку румынской нефтяной компании «Румпетрол». В 2007 году государственная компания, возглавляемая Диасом, приобрела 75% акций «Румпетрол Групп». Что это за группа? Два старых нефтеперерабатывающих завода 40-х годов 20 века и небольшая торговая сеть. В 2009 году были куплены оставшиеся 25%. В момент покупки цена сделки была многократно завышена, и более 1 миллиарда долларов были похищены зятем Назарбаева Тимуром Кулебаевым и его командой. Затем «Казмунайгаз» инвестировал в эту компанию «Румпетрол» сотни миллионов долларов на реконструкцию старых заводов. В это время более новые нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не модернизировались, испытывая недостаток финансирования. Причем интересно отметить, что два НПЗ Казахстана 70-х и 80-х годов более современные, чем румынские заводы. Государство предпочитает вкладывать деньги в старые заводы в Румынии, а Казахстан до сих пор продолжает импортировать высокооктановый бензин из России. А вот с этим как раз очень большие проблемы. Казахстан сегодня, добывая 80 миллионов тонн нефти, сам себя не обеспечивает нефтепродуктами. Это позор. Это самый настоящий национальный позор. Вы имеете 3 нефтеперерабатывающих завода. Вам нужно всего лишь на 2 заводах в Шымкенте и в Атырау построить 2 установки каталитического крекинга, каждую мощностью по 2 миллиона тонн. В деньгах это стоит 1,5 миллиарда долларов, и вы, имея 110 миллиардов в загашнике, этого до сих пор не сделали. Это позор. Российская нефтепереработка за 6 лет, благодаря Путину, ушла в такой космос, что один только омский НПЗ, если вы от него не будете закрываться, он весь ваш рынок разорвет на куски. У него настолько низкая себестоимость и настолько высокое качество, 23 миллиона переработку. Он порвет ваш рынок. Если вы не закрывались бы сегодня от него, запрещая железнодорожные отгрузки из Омска в Казахстан, он бы давно все ваши заводы остановил. И это самый настоящий позор. В итоге в «Румпетрол» было инвестировано более 5 миллиардов долларов, на которые в Казахстане можно было построить 3 новых современных нефтеперерабатывающих завода. Недавно руководство «Казмунайгаз» объявило, что 51% «Румпетрола» продается китайцам за 680 миллионов долларов. Потратит на проект не менее 5 миллиардов долларов государственных денег, а затем 51% продать за 680 миллионов долларов китайцам. Интересный бизнес. Очень крутой. Для кого-то. Явно не для государства и народа Казахстана. Однако в 2009 году государственный служащий Диас Сулейменов после 13 лет почти безупречной и, судя по всему, успешной работы в госкомпании, уходит в частный бизнес. В 2009 году Диас становится генеральным директором компании Petroleum Operating. Об этой компании я расскажу позднее. В начале 2010 года Диас так соскучился по госслужбе, что решил вернуться обратно в госсектор. Если молодые специалисты у нас в Казахстане не могут найти даже одну работу, то в этот момент перед Диасом стал непростой выбор. Ему предложили сразу 2 должности. Позиция генерального директора государственной компании «Ремонтная корпорация Комкор» и позицию генерального директора «Комкор Менеджмент». «Комкор Менеджмент» – это огромный, уникальный для Казахстана многопрофильный холдинг, объединяющий многие предприятия по всей территории Казахстана. В нем работает свыше 10 тысяч человек.
О нем мы поговорим позднее. Возвращаясь к Гиасу. Даже после годового перерыва при возврате на госслужбу в госкомпанию «Комкор», Гиасу нужно было бы раскрыть информацию обо всем своем имуществе, денежных средствах и открытых банковских счетах. Какие проблемы, спросите вы, после 13 лет безупречной службы? Гиас привык быть прозрачным для налоговых органов. Так? Нет, не так. Дело в том, что, размышляя о возврате в госсектор, Гиас параллельно принял еще одно важное для себя решение. Итак, размышляя о возврате в госсектор, Гиас параллельно решил купить самолет. Просто самолет. Гольфстрим. Для персонального использования, как написал в анкете для подачи в Западный банк. Эту анкету стоит изучить подробнее. Мы видим, что Гиас Сулейменов родился в Темиртау, Казахская ССР, в 1979 году. У него указана цель – приобрести Гольфстрим G200, самолет для персонального использования. Как он поясняет, для банкиров. Как я уже рассказывал, Гиас пришел на госслужбу в Нацбанк в 1996 году в возрасте 24 лет. До этого он был студентом. Но уже после 13-летней непрерывной службы в бесчисленных государственных компаниях нефтегазового сектора Гиас Сулейменов в возрасте 38 лет сам оценивает свое состояние в размере 120 миллионов долларов США. Финансовая позиция. Общая стоимость его собственности примерно 120 миллионов долларов США. Он владеет акциями, имеет жилую и коммерческую недвижимость. Откуда деньги? Деньги получает якобы от компаний, которыми владеет, а также получать зарплату и бонусы на основной работе. Нет никаких долгов, никаких непредвиденных расходов не ожидает. Примерно 120 миллионов долларов без долгов и непредвиденных расходов, как объяснил Гиас своим банкирам. И это после 13 лет непрерывной работы в государственном секторе. Конечно, Гиас решил не раскрывать происхождение своих активов. Он просто остался генеральным директором Petroleum Operating и параллельно занял позицию генерального директора Comcor Management. Comcor Management принадлежал государству всего на каких-то 50%, поэтому Гиас спокойно избежал необходимости раскрывать информацию о своих счетах и имуществе. А на должность генерального директора ремонта корпорации Comcor, судя по всему, поставил своего человека, как показывают документы, которые мы изучили. Продолжим историю Гиаса. В 2009 году Гиас становится генеральным директором ТО Petroleum Operating. Petroleum Operating – это первая частная компания, в которой начал работать Гиас. И не просто работать. Гиас, так же как и его зять Даниар Абулгазин, является миноритарным участником этой компании. А главным участником этой компании является, конечно же, Тимур Кулюбаев. Это объясняет успешность этой компании. Petroleum Operating – нефтяная компания, но она не имеет месторождений, не занимается добычей нефти. Это компания-посредник. Она занимается оптовыми поставками нефти, покупает у добывающей компании по заниженной цене и поставляет ее для переработки на нефтеперерабатывающие заводы. Она также скупает нефтепродукты, бензин, дизель и другое топливо и перепродает их. Казахстанский рынок нефтепродуктов полностью монополизирован Кулюбаевым. Он работает в доле с Назарбаевым, и они используют свои структуры. Они не платят другим частным государственным добывающим компаниям рыночную цену за сырую нефть. Попробуй частник, продай вход Тимура. У него сразу отберут лицензию на добычу. Тимур и его команда держат высокими ценами на бензин, дизель и другое топливо. Так они получают сверхприбыли. Что это значит? Приведу один известный пример. В 2013 году российские компании стали продавать в Казахстан дешевое российское топливо. Цены на бензин должны были упасть. Хорошо для страны? Да. Но по указанию Назарбаева, премьер-министр Серик Ахметов подписал постановление, ограничивающее импорт нефтепродуктов из России. Все задачи, поставленные вами в 2013 году, были выполнены. Только трем компаниям было разрешено осуществлять поставки российского топлива. Государственной компании «Казмунайгаз» и «Унимдеры» и двум частным «Petroleum Operating» и «ТО Петросан». И «Petroleum Operating», и «Петросан» – неизвестные компании в Казахстане. Однако они получили право поставлять российское топливо наравне с государственной компанией. Вы уже знаете, кому принадлежит Petroleum Operating. Согласно открытым источникам, у Петросан
Два собственника. Один – это китайская государственная нефтегазовая компания CNPC, а второй владелец – Айдана Сулейменова, сестра Диаса Сулейменова и супруга Данияра Абулгазина. Вот так искусственно держатся на рынке Казахстана высокие цены на бензин и другое топливо. Вот так создается искусственная монополия и уничтожается конкуренция на рынке нефтепродуктов. А такие, как Кулибаев, Абулгазин и Сулейменов, получают сверхдоходы. И все это делается только с разрешения самого верха, с разрешения Нурсултана Назарбаева, что бы он ни заявлял на публику. Я предупреждаю своих родственников, детей, друзей своих, что здесь неприкасаемых не будет. Давайте вернемся к той самой анкете, которую подготовил Диас, когда хотел купить самолет «Гольфстрим». Может, 120 миллионов долларов – это деньги, заработанные членами семьи Диаса? Мы же знаем, что у многих наших госслужащих чрезвычайно талантливые жены и их дети. Диас женат, и у него трое детей. Но его дети еще маленькие для того, чтобы заработать 120 миллионов долларов США. Жену Диаса зовут Алена Александровна Сулейменова, в девичестве Емельянова. Родилась Алена Александровна в 1976 году в городе Норильске, что в России. Несмотря на то, что Алена родилась в Норильске, у нее есть казахстанское гражданство. Алена является генеральным директором казахстанской компании «Диалин», которая продает в Алмате и Астане элитные предметы домашнего интерьера для взыскательных покупателей, как говорится на сайте компании. У Диаса и Алины трое детей – Нурсултан, Тимур и София. Но если в Казахстане у Диаса Сулейменова жена гражданка Казахстана Алена Сулейменова, то за границами Казахстана известна женой Диаса числится некая Алина Александровна Диас, гражданка России. Эта же гражданка России Алина Диас проживает в Швейцарии, где у нее вид на жительство. Конечно, можно подумать, что это какая-то похожая гражданка, а совсем не казахстанская жена Диаса Сулейменова. Какая-то другая Диас. Для того, чтобы удостовериться, что это одна и та же женщина, мы посмотрели налоговые декларации, которые Алина Алена Диас Сулейменова заполняет в Швейцарии. Ведь именно там она живет и платит налоги на имущество. Кстати, только в 2012 году мадам Диас задекларировала имущество на сумму более 25 миллионов швейцарских франков. Это примерно 25 миллионов долларов США. Конечно же, ясно, что Алена Сулейменова и Алина Диас – это одно и то же лицо. Я даже не хочу обсуждать сейчас нарушение законодательства Казахстана, которое запрещает иметь двойное гражданство. Дело даже не в законности того, что один человек имеет две юридические персоны. Вопрос, который я хочу задать, другой. Зачем это нужно гражданину Казахстана Диасу Сулейменову и его супруге? Их преследуют власти в Казахстане? Она от кого-то прячется? Я думаю, что вы сами сможете ответить на этот вопрос, когда посмотрите наше расследование о Диасе Сулейменове, который после 13 лет работы в государственном секторе захотел прикупить самолет. А теперь крутое пике! А пока у Диаса не было самолета, ему приходилось брать их в аренду. Но брать в аренду недешево. Вот, например, перелет из Лондона на Маврикии и обратно во время весенних каникул стоил Диасу 220 тысяч евро. Самолет Bombardier Global Express на 14 пассажиров. Обычно такими самолетами пользуются миллиардеры. Ну, наверное, чтобы не выбрасывать деньги на ветер, на перелеты, Диас решил купить себе самолет Gulfstream. Вот этот. В среднем такой самолет стоит 25 миллионов долларов США. Казахстанский опыт показывает, что если человек, тяжело работающий на государство, мечтает о личном самолете, то, наверное, у него уже есть яхта. Конечно, у Диаса есть яхта, и не одна. Одна из яхт, принадлежащих Диасу, называется «Джаз Фан», оформлена, как и другое его имущество, на жену, гражданку России. Только на содержание этой относительно небольшой яхты «Джаз Фан», плавающей под английским флагом, Диас тратит 300 тысяч евро в год. Как известно, аппетит приходит во время еды. Похоже, что яхта «Джаз Фан» не устроила Диаса, и он купил другую яхту. Нет, не такую. Он купил яхту побольше. Модель SLL-100 стоимостью 10 миллионов евро. Ну, конечно, кто много работает,
тот хорошо отдыхает. Кто как содержится, тот так и работает. Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент. Я стараюсь не уступать в своих расходах членам семьи Назарбаева. Например, чтобы отметить день рождения своего ребенка, он устроил вечеринку на швейцарском высокогорном курорте в штате. Празднование дня рождения организовывало известное международное агентство. Выступать перед гостями пригласили звезду американского детского канала Nickelodeon Дрейка Белла. Этот день рождения обошлось Диасу в 490 тысяч швейцарских франков, что составляет полмиллиона долларов США. Такие вечеринки Диас проводит регулярно. Только приглашенные звезды меняются в зависимости от вкусов детей. Например, на день рождения сына Тимура Диас пригласил выступать известного американского рэпера Экона. Супруга многолетнего госслужащего Диаса Сулейменова, мадам Диас, является резидентом Швейцарии. Логично, что семья Сулейменовых обосновалась в Швейцарии. Там, в Женеве, Диас и Алина приобрели себе земельный участок за 27 миллионов франков. Это примерно 28 миллионов долларов США. Почему так дорого? Потому что Диас выбрал самый дорогой район Женевы, чтобы построить себе дом. Давайте посмотрим, кто соседи нашего госслужащего. Первый дом – это дом королевской семьи Катара, который был куплен за 47 миллионов франков. Слева дом друга Путина, миллиардера Геннадия Тимченко. Стоил он 18,5 миллионов долларов. Вот этот дом с серой черепицей – это и есть дом, который построил Диас Сулейменов. Это новый дом за 12,6 миллионов франков. Это около 13 миллионов долларов США. Слева от нового дома Диас стоит дом принцессы Саудовской Аравии Латифы, который она купила за 57,5 миллионов франков. Если мы посмотрим дальше, то мы видим земельный участок русского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. На нем еще не достроен дом из-за самого громкого развода в истории Швейцарии. Но полюбовавшись на вид Женевского озера, давайте вернемся к дому Диаса Сулейменова. Диас построил новый дом за 13 миллионов долларов. Система безопасности для этого дома обошлась дополнительно 585 тысяч франков, что более 600 тысяч долларов. Дом построили хороший, с домашним кинотеатром, бассейном и спортзалом внутри. За 41 миллион 600 тысяч долларов. И расходы на обстановку в таком доме обошлись минимум на 5 миллионов долларов США. Нормальный такой дом у казахстанского госслужащего за 47 миллионов долларов. Госслужащий, о котором никто не знает в Казахстане, ни за его пределами, имеет дом дороже, чем дом саудовской принцессы и друга Путина, миллиардера Тимченко. Он что, член королевской семьи Катара, а мы об этом не знаем? И это не все расходы Диаса в Швейцарии. Как настоящие жители Швейцарии, супруги Сулейменовы – любители горных лыж. В 2009 году они приобретают права на долгосрочную аренду апартаментов в пятизвездочном отеле «Кемпинский гранд-отель «Де База» за 372 тысячи франков. Но аренда резиденции в Кемпинске почему-то не понравилась Диасу. И в 2013 году он приобрел небольшое шале для зимнего отдыха своей семьи. Стоимость дома 5 миллионов 760 тысяч франков. Или почти 6 миллионов долларов США. 6 миллионов стоило шале, а земля под ним стоила 8 миллионов 640 тысяч франков. Почти в 9 миллионов долларов. Но, к сожалению, для Диаса по законам Швейцарии нельзя было оформить участок и шале на одного и того же человека. Поэтому оформили на двух – Алину и отца Алины Александра Емельянова. Это произошло в 2013 году. Только за оформление этой покупки в штате Диасу пришлось заплатить нотариусу 2 миллиона 930 тысяч франков, или 3 миллиона долларов. Отец Алины, конечно, сразу оформил завещание на Алину. Завещал ей не только шале в штате, но еще квартиру в кантоне Берн, которая также оформлена на него. Хороший дом требует хорошей охраны. За нее супруги Сулейменова отдали почти 500 000 евро. Конечно же, в Казахстане, где Диас работал 13 лет на благо государства, он и его семья не живут в общежитии. По оценкам самого Диаса, его недвижимость в Казахстане стоит 8 миллионов долларов. Вилла в Алматы – 4 миллиона долларов. Квартира для инвестиций в Алматы
2 миллиона. Вилла на Чимбулаке – 200 тысяч долларов. Вилла на гольф-поле в Астане – 800 тысяч. Как многие казахстанцы, Диас любит Дубай. И у него там есть квартира. Диас и его семья проводят немного времени в Дубае. Но простое содержание такой квартиры, или, как говорят в Казахстане, квартплата, стоит почти 130 тысяч долларов в год. Летом Диас предпочитает бывать в Испании, а не слишком жарких Эмиратов. У него есть дом в Каталонии, одной из красивейших частей Испании. Это только некоторые примеры того, как живет и отдыхает государственный менеджер Диас Сулейменов после 13 лет работы на госпредприятиях нефтегазового сектора. В 2010 году Диас сам оценит свое имущество в размере 120 миллионов долларов. Учитывая впечатляющие расходы Диаса и его семьи на машины, вечеринки, путешествия, яхты, кажется, что его состояние должно быстро уменьшаться. Однако всего 4 года спустя, в 2014 году, Диас оценивает, что его состояние возросло больше, чем в 2 раза. Со 120 миллионов долларов до 282,5 миллионов долларов. Как это возможно, спросите вы? Вот видите, в Казахстане возможно. Молодой человек после учебы идет работать в Национальный банк, затем в компании, принадлежащей государству, и через 13 лет уже имеет состояние в размере 120 миллионов долларов США. Летает по свету, покупает яхты и самолеты, дома и квартиры. И всего через 4 года увеличивает свое состояние более чем в 2 раза. Как он это делает? Что за секрет такой, в котором не знают о другие граждане нашей страны? Именно об этом мы хотим рассказать в продолжении нашего расследования «Каз Мунай Диас». Вернемся к компании, которую как-то возглавлял Диас. Торговый дом «Каз Мунай Газ» Голландия. У этой государственной компании есть дочерняя компания «Торговый дом «Каз Мунай Газ» AG». Эта компания зарегистрирована в Швейцарии. И офис находится в живописном городе Лугана. Для простоты будем называть ее «Каз Мунай Газ Лугана». Официальная цель создания – торговля нефтью и нефтепродуктами на мировых рынках, то есть трейдинг. Именно через нее идут потоки казахстанской нефти. Именно тут, в тихой Швейцарии, Кулибаев и его команда делают миллиарды долларов на казахстанской нефти, вставляя свои офшоры, на которых оседает прибыль. Но у госкомпании «Каз Мунай Газ Лугана» есть еще неофициальная роль, скажем так, в виде оказания тимуровской помощи, обслуживания семьи Тимура Кулибаева, официальной семьи. Также в обслуживании семьи Диаса и Алины Сулейменовых, и Динара Кулибаева, девичьи Назарбаева, и Алина Алена Сулейменова Диас являются резидентами Швейцарии. Ну и, конечно же, нуждаются в постоянной опеке сотрудников государственной компании «Каз Мунай Газ Лугана». Помните, как Диас отмечал день рождения своего сына в швейцарском высокогорном курорте в штате? День рождения стоимостью полмиллиона долларов. Ну так вот, я забыл упомянуть, что именно госкомпания «Каз Мунай Газ Лугана» организовывала эту вечеринку. Сотрудница «Каз Мунай Газ Лугана» Елена Максия занималась непосредственно организацией, а потом отправляла все документы по вечеринке для Диаса своему боссу, главе компании Тимуру Азимову. Кстати, Елена Максия итальянка, но похоже, что казахстанский способ управления государственной компанией не вызывает у нее удивления. Сейчас оба, и Елена, и Тимур Азимов, работают в Румпетроле. Получив предложение по вечеринке, глава «Каз Мунай Газ Лугана» Тимур Азимов в срочном порядке пересылал все Диасу Сулейменову. А Диас, в свою очередь, заключил контракт с организатором мероприятия от имени госкомпании «Каз Мунай Газ Лугана», хотя там он и не работал. Но кто обращает внимание на эти формальности? Динара Кулибаева тоже предпочитает использовать госкомпанию в Лугана для организации своих дел. Например, счета от офиса компании «Виллит Интернешнл» в Швейцарии отправляет напрямую Елене Максия. Один счет на сумму почти 600 тысяч долларов, а другой свыше 600 тысяч долларов США. Оба адресованы Динаре Кулибаевой. «Виллит Интернешнл» – это швейцарская компания. Швейцарская газета «Новая Цюрихская газета» в 2013 году сообщила, что Динара Кулибаева использовала компанию «Виллит Интернешнл» как ширму, чтобы обманным путем получить вид на жительство в Швейцарии. Вскоре после того, как Динара получила вид на жительство, «Виллит Интернешнл» была закрыта, но счета, которые должна была оплатить Динара в отношении «Виллит Интернешнл», почему-то отправляли в государственную компанию «Каз Мунай Газ Лугана». Не все в Казахстане знают,
что за компания Вилет. Вилет Групп – это компания в Казахстане, продающая ювелирные украшения и другие предметы роскоши. Вилет Интернешнл была компания Вилет Групп. Принадлежит трем акционерам – Айдане Сулейменове, Алине Алене Сулейменове Диас и голландской компании Asset Estate Investment BV. Но счета за их компанию платит Газмунайгаз Лугана. Кто же стоит за компанией Asset Estate Investment BV? Ответ можно получить из открытых источников. Тимур Кулебаев. Диас не работал в компании Газмунайгаз Лугана. Ее руководителем был Тимур Азимов. Он начал работать в 2006 году, а Врум Петро ушел в 2014 году. Однако именно Диас Сулейменов отдавал указания Тимуру Азимову, когда, кому и сколько должна заплатить государственная компания «Газмунайгаз Лугана». Вот простой пример. Диас, добрый день. По Flying Carpet идут постоянные небольшие расходы. Это расходы по дому, например, покупка игровой площадки для Денизы, аудио-видеотехника в домик для Алтая, интерьер комнаты для Алисии, услуги транспорта. Последние инвойсы были на 67 тысяч. Проживание в Ричмонде сопровождающих, аренда комнат для персонала, нянечки, повар, шофер, услуги юристов по сделке Межеви и так далее. Хотел бы попросить тебя дать команду Тимуру Азимову перечислить около 200-300 тысяч на расходы. Также хозяйка начала подготовку по празднованию 40 дней Алисии. Предварительная сумма выходит около 350 тысяч франков. В идеале, чтобы тебя не беспокоить в ближайшее время, 600-650 тысяч было бы очень хорошо. Спасибо. С уважением, Адик. Адик – это Адл Искандиров, представитель принадлежащей Тимуру и Динаре Кулебаевым компании «Алмакс», акционера «Халыкбанка». Также Адик в прошлом был директором компании «Торговый дом Казмунайгаз», зарегистрирован в ЗУГИ. Адик, который просит деньги для хозяйки, официально владеет 91% акций в компании «Скайбридж Инвест» согласно реестру Министерства финансов Республики. У кого-то есть версия, кому на самом деле принадлежат акции «Скайбридж»? То есть Адик просит Диаса дать указание директору государственной компании «Газмунайгаз Лугана» перечислить на различные расходы семьи Тимура и Динары Кулебаевых на сумму какие-то 600-650 тысяч долларов. Разве празднование 40 дней дочери Кулебаевых – это государственные расходы? Нефтяники Жаназени не получают деньги на достойную жизнь, потому что государственные компании должны платить за нянечек, поваров, шоферов для внуков Назарбаева. Это только три примера, показывающие, как Кулебаев и Сулейменов используют государственную компанию в личных целях. Нам нужно рассказать еще о многом, поэтому мы не будем больше задерживаться на Газмунайгаз Лугана. Кстати, Газмунайгаз Лугана сейчас находится в процессе ликвидации. Таким образом, Тимур и его команда пытаются скрыть следы массовых хищений и злоупотреблений в швейцарской компании, принадлежащей Казахстану. На бала оқи берсін. Мы не можем, если заплатишь, заплати деп жаңа сөйдет. Не заплатишь, пусть не учится деп. Сонымен ана балам жылап келді. Ол балана талабы бар. Ол бала оқығысы келеді. Ақша жоқ. Енді ақша төлеп қой, қазір бәрі не болып кетті ақша. Теперь мы хотим вам рассказать, как Диас участвовал в хищении очень важных государственных активов. Как вы уже знаете, с ноября 2010 года Диас руководит многопрофильным холдингом Comcor Management. Сейчас он там генеральный директор и председатель наблюдательного совета. Что из себя представляет холдинг Comcor Management? В группу компаний входит более 10 предприятий по всей территории Казахстана. На нем работает свыше 10 тысяч человек. Это особенная группа компаний. В большинстве сфер своей деятельности эта группа является либо монополистом, либо контролирует более 50% рынка. Это не просто компания. Каждая из них уникальна и является гордостью нашей республики. Некоторые из вас, может быть, помнят, что в 2008 году правительство Казахстана создало государственный фонд «Самрук Казана» и передало туда в собственность национальную компанию «Казахстан Теміржолы», нашу железную дорогу, КТЖ, как она называется. КТЖ была собственником группы компаний «Комкор».
В это время Тимур Кулебаев был одним из руководителей, заместителем правления Государственного фонда Самрук-Казына. Вскоре у КТЖ появился таинственный совладелец группы Комкор, английская компания Harrod Operations UK Limited. Harrod Operations UK Limited стала 50% собственником группы компаний Комкор, как и КТЖ. Собственником стратегически важной государственной компании, активы которой стоят миллиарды долларов. Harrod Operations была зарегистрирована в Англии. Чтобы понять, что это за компания, мы проверили в английском реестре юридических лиц. Что же мы узнали? Создана эта компания была в 2007 году. Мы посмотрели всю историю жизни этой компании, прочитали всю финансовую отчетность. У Harrod не было никакой деятельности. Ее активы были менее 3000 фунтов с момента создания. И вот эта пустышка вдруг стала 50% собственником большой группы уникальных государственных компаний. Как же это произошло? Ответ был в отчетах Harrod. Читая ее официальный отчет, мы обнаружили, что непосредственным акционером английской компании Harrod была компания Harrod Operations из Британских Виргинских островов. А вот конечным собственником Harrod оказалась казахстанская компания ТО «Кипрос». А владельцем ТО «Кипрос» является, как это широко известно, зять президента Назарбаева Тимур Кулебаев. Я думаю, теперь понятно, как появился в группе компании «Комкор» Диас Сулейменов и кто сделал его руководителем. Кстати, пока мы проводили расследование по компании Harrod, ее срочно отправили на ликвидацию. Похоже, тимуровцы пытаются замести следы всеми способами. Что же делал Диас в группе «Комкор»? Готовил ее к приватизации. Кулебаеву не хотелось иметь пассажира в виде государства. Он хотел получить эту группу в свою 100% собственность. Помочь ему в этом от клана Кулебаев был командирован племянник Тимура Кулебаева Алибек Кулебаев. Алибек – сын старшего брата Тимура Кулебаева, Талгата Кулебаева. Вот этого Алибека в возрасте 24 лет назначили сразу директором департамента управления активами всего холдинга «Комкор Менеджмент». А почему бы и нет? Смог же Диас стать главным экономистом Национального банка страны 24 года? Кулебаева не глупее Сулейменовых. С 2014 года по указанию Назарбаева правительство Казахстана начало приватизировать объекты государственной собственности. В 2015 году была приватизирована и доля государства Комкор Менеджменте. Некий Яков Цхай заплатил 19,3 миллиарда тенге, что чуть больше 55 миллионов долларов. За долю государства в 9 компаниях. ТО «Темиржол Энерго», «Комкор Локомотив», «Казанская вагоностроительная компания», «Темиржол Джундю», «Локомотив 2030», «Комкор Менеджмент», «Комкор Вагон», «Комкор Жилу», «Транспортный холдинг города Алматы». Что такое 55 миллионов долларов за группу компаний «Комкор»? Это безнаказанное воровство, сравнимое с приватизацией, которую Назарбаев проводил в 90-х годах. Группа компаний «Комкор» стоит миллиарды долларов. Вот простой пример. Компания «Темиржол Энерго» – основной поставщик электроэнергии для потребностей железной дороги по всему Казахстану. Представьте себе, тысячи километров электрических проводов, подстанций, различных складов, зданий, техники, автомобилей, ремонтных мастерских, которые обслуживают этот вид деятельности. Чтобы просто построить эти электролинии, здания, оформить землю под эти строения, необходимо потратить не менее нескольких миллиардов долларов. И это только одно подразделение «Темиржол Энерго». И вот появляется Яков Цхай и покупает эти уникальные компании за 55 миллионов долларов. Вы не знаете, кто такой Яков Цхай? Странно, что мало кто знает о таком большом бизнесмене, стоящем в списке Forbes. Более того, даже у такого влиятельного издания, как Forbes, нет его фотографии. Дело в том, что таких, как Цхай, со времен Ильфа и Петрова называли просто «Зиц-председатель». То есть Цхай – это номинальный собственник, ширма, за которым прячется реальный владелец – Тимур Кулебаев. Зачем ты вы мне морочите голову уже целых два часа? Я фун, я всю жизнь сидел за других, такая моя профессия – страдать за других. Не волнуйтесь, дедушка. Так вы подставное лицо? Да, я зиц-председатель фунт, я всегда сидел. Садитесь. У Цхая с Кулебаевым давняя история. Цхай фронтировал многие проекты Тимура Кулебаева. Он входит
в уважаемую казахстанскую группу подставных собственников, которые вместе с такими лицами, как, например, Айгуль Нуриева или Кенес Ракишев. Кстати, таинственный Яков Схай является родным братом очень публичного сенатора Юрия Схая, бывшего преподавателя физкультуры, ставшего участником списка Forbes. Есть очень простой способ определить, что компания поменялась только номинал, а не изменился собственник. Нужно посмотреть на менеджмент компании. Диас Сулейменов как был до приватизации генеральным директором, так и остался, несмотря на то, что появился новый 50% акционер. Это говорит о том, что Кулебаев как управлял группой Комкор, так и продолжает. Но если от государства, как акционера, Диас получил только какие-то ордена «Курмет» и «Парасат», ну и знак «Почетный железнодорожник», то от Тимура он получил гораздо больше. Я думаю, что Диас Сулейменов убежден, что все это он заслужил. Диас много работает. Он помогает Тимуру выкачивать деньги и активы из Казахстана. Но он также работает как личный казначей семьи Кулебаевых. А такое доверие заработать непросто. Вот Адыл Искандиров высылает Диасу бюджет с заполнением. Это бюджет семьи Кулебаевых на время отдыха в августе в Испании на вилле Лорет де Мар. Я думаю, что мало кто в Казахстане видел такие бюджеты для семейного отдыха. Диас должен организовывать деньги. Думаю, Диасу к этому не привыкать. За год до этого он был ответственным за организацию в Испании дня рождения Динары Кулебаевой. Для проведения этого дня на территории поместья была специально построена дискотека. Общая сумма счета была 3,5 миллиона евро. Вечеринка должна была быть всего на 30 человек, но для подготовки территории виллы потратили более 3,5 миллионов долларов. Дискотеку со сцены строили для американской звезды, которая должна была выступать перед гостями, для Кристины Агилеры. Гонорар американской звезды был 1,5 миллиона долларов. Динара принимала активное участие в разработке концепции мероприятия. Организаторы выставили счет свыше 1 миллиона 200 тысяч евро. Конечно же, этим мероприятием занимались профессионалы, но возник небольшой конфликт. Цены для Кристины оказались слишком низкой. Продюсер Кристины возмутился и сказал, что они предупреждали о требованиях певицы, но организатор от Кулебаева поставил его на место. На самом деле, сцена будет построена для дня рождения Лорет де Мар 19 августа 2011 года, а высота сцены около 16 дюймов, потому что мы строим танцпол с видеоэкранами, уютные углы с большими диванами. Это вечеринка всего на 30 человек. Я понимаю, что это обычные правила безопасности, но мы находимся в специальных условиях для ультра-вип-гостей. Для вас должно быть честью играть для величайших людей мира. Ну что тут скажешь? Я думаю, что это отношение Кулебаевых, Назарбаевых и их окружение чувствует каждый казахстанец. Для нас должно быть честью обслуживать их. Диас Сулейменов знает, что в Назарбаевском Казахстане ему всегда будут созданы лучшие условия. Он знает, что может и дальше воровать у народа Казахстана. Он знает, что можно дальше не декларировать свои активы. Да, он не платит налоги, которые должен платить, но работает на семью и отправляет украденные деньги, куда ему скажут. Например, фонд первого президента. Тогда у него всегда будет надежная крыша. Заканчивая нашу историю, Казмуна Диас, первую из серии антикоррупционных расследований, я хотел бы сказать, что в этой части мы не показали и десятой части того, что могли бы рассказать о Диасе Сулейменове. Ну, всему свое время. Мы хотим рассказать и о других продуктах Назарбаева, людях из его окружения и окружении его семьи, которые сколотили свое состояние, воруя деньги и разрушая будущее нашей страны, благодаря коррупционной системе в Казахстане, созданной Нурсултаном Назарбаевым. По каждому из фигурантов нашего расследования у нас есть полное досье, которое заинтересует правоохранительные органы многих стран и, надеюсь, однажды в будущем правоохранительные органы свободного Казахстана.
Thank you.